Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервис Кар». Приобретай автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Автоплюс». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервис Кар». Выгодное партнерство – надежный автомобиль. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. Ленинский районный суд вынес приговор в отношении директора «Кировторчермет-плюс» Дмитрия Вычужанина. По данным следствия, обвиняемый дал указание своим работникам слить 6 тонн химических отходов в канаву между деревнями Лихачи и Счастливцевы в Ленинском районе Кирова. Водителя поймали с поличным сотрудники местной свинофермы. Затем был задержан и его начальник. Я пил вино и был не на связи. Да, побежал. Дмитрий. Обвиняемый Дмитрий Вычужанин был доставлен в отдел полиции в поселке Ленгасово. Именно с его подачи кислота и цинк были слиты в городской черте у деревни Счастливцевы. Стивало будили из-за того, что я вино пил, когда он уехал там, где в районе Дурниче Стивало. Дмитрий – директор предприятия, которое занимается перевозками грузов. С ним заключил договор один из кировских заводов на вывоз отходов горячего цинкования. Везти надо было в Тулу, только там есть цех переработки высокотоксичных жидкостей. Дмитрий решил сэкономить. Причем значительно и за минимальную цену нанял водителя и подсказал ему, куда лучше слить 6 тонн цинка. Вот это вот все туда и течет. Водителя на месте преступления поймали и сотрудники агрофирмы, когда поняли, что именно слили, в двух местах вызвали полицию. Данная канава имеет водоотводное прямое сообщение с притоком реки Чахловица, в которую, возможно, проникла данная кислота. На месте слива кислоты и цинка, черная трава и высохшие деревья. Специалисты сразу взяли пробу почвы и воды. Самые страшные опасения подтвердились. Они высокотоксичны. Они относятся ко второму классу опасности. То есть, если мы говорим о первом классе опасности, мы можем подразумевать ртуть, которая, ну, всем известно, что это такое. То второй класс опасности – это, вот, например, тяжелые металлы, такие как цинк. Мы знаем, что, предположим, если попадает 6 миллиграммов цинка в организм человека, то летальный исход. Грязь какая-то, ну что, грязная вода. Как зеленый, что цвет? Как зеленый цвет. Водитель, который по указанию предпринимателя сливал кислоту в воду, утверждает, что не знал 6 тонн, чего он везет. И не ощущал странного запаха и не придал значения тому, что трава и деревья мгновенно почернели после сброса. Для восстановления почвы потребуется помимо технического этапа рекультивации, также и биологический этап по восстановлению плодородия нарушенных земель. В ходе следствия был установлен ущерб, причиненный муниципальному образованию город Киров. Он составил более 500 тысяч рублей. В судебном заседании вину признали сами? Да, на признал. Последнем условии сказали? Признал вину. Ничего не хочу пояснить. Ну. Все было сказано на суде. Хватит меня по телевизору показывать. На приговор Дмитрий Вычужанин пришел со своим защитником. Свою вину он не отрицал. При оглашении наказания суд учел, что у подсудимого на иждивении двое детей. А также после задержания он написал явку с повинной. Признать Вычужанина Дмитрия Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 2 статьи 247 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначено Вычужанину наказание в виде лишения свободы считать условным. В итоге условное осуждение и штраф 500 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу, впрочем, обжаловать его осужденный вряд ли будет. Михаил Вагин, Ксения Зиновьева, «Место происшествия».